Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию насос от торговой марки «Насосы плюс оборудование» модель GSVM-10MX. Давайте более подробнее рассмотрим особенности данного насоса. Компания «Электромотор». Насос у нас идет в чугунный корпус. Это литой чугун. Сверху у нас имеется вход, вернее выход, сбоку вход воды. Патрубки у нас идут здесь, подключаются 1 дюйм 25 миллиметров, подключение резьбовое. Сверху находится, как мы говорили, винт для залива воды, потому что насос идет заливного типа. И здесь идет сброс воды, если вам нужно его демонтировать в системе водоснабжения. Перед тем, как устанавливать насос, вы подключили все полностью к системе, запаковали, и тогда заливаете воду до конца, полностью, чтобы было полностью герметично все залито. Тогда только запускайте насос, он подтягивает воду, начинает качать. Что касаемо электродвигателя, электродвигатель здесь идет у нас однофазный, подключение 220 вольт. Здесь у нас есть крышка металлическая, которая закрывает вентилятор охлаждения. Сверху клеенная коробочка, куда подключается у нас вилка и кабель. Они также идут в комплекте поставки. Насос у нас идет на 1 кВт мощность двигателя. С такой мощностью насос может перекачивать у нас 60-11,7 литров в минуту с напором 16,41 метр. Устанавливается он на лапках. Есть у нас 3 ножки, 2 на насосной части, которые крепятся потом или к гидроаккумулятору, или к штатному месту, где он будет ставиться уже по месту. И также есть специальная такая вот ножка для устойчивости самого двигателя. На базе таких насосов собираются насосные станции. Можно их комплектовать аккумуляторами, гидроаккумуляторами или же комплектами автоматики. Также можно покупать контроллеры давления, которые работают без гидроаккумуляторов и защищают насос от холостого хода. Если вас заинтересовал данный насос, вы можете обратиться в нашу компанию по телефону 044-530-38 или же заходите на наш сайт электромотор.kyiv.ua. Хочу отметить ваше внимание, что цены на данном сайте ознакомительны. Всегда можно говорить о цене, о ее размере скидки и прочее. Еще раз телефон для покупок 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».